Всем привет! Каждый год Epson обновляет линейки, и разобраться, чем одна модель отличается от другой, становится все сложнее. Сегодня мы сравним две модели серии Expression Home. XP255 двухлетней давности и новинку 2019 года XP2100. Но перед этим хочу поздравить всех нас с круглой цифрой. На канале уже целых 10 тысяч подписчиков. Да что там, пока мы собирались вам об этом сообщить, уже 10,5. Спасибо, что смотрите. Мы стараемся для вас. Ну что ж, а теперь время поиграть в «Найди отличия». Внешне они достаточно похожи, как видно. Обе модели на кнопочном управлении. Только XP255 выглядит как такой себе старший брат, уже устаревший дизайн панели управления. Тогда как у XP2100 кнопки более современные, и вообще-то на них более приятно нажимать. Новинка прибавила в весе 100 грамм. В остальном габариты остались без изменений. Оба устройства имеют верхнюю подачу бумаги, вместимость 50 листов бумаги А4 и 10 фото. Начинку не меняли. Все та же печатающая головка MicroPiezo, 4 цвета. Максимальное разрешение печати 5760 на 1440 dpi, минимальный размер чернильной капли 3 пикалитра. Скорость печати текста не изменилась. В монохромном режиме 10 страниц в минуту, а в цветном 5. В обеих моделях доступна функция печати без полей. Производитель заявляет, что Epson XP255 отпечатает фото 10 на 15 за 38 секунд, а 2100 за 42 секунды. Но на деле оказывается, что это гораздо дольше. И там есть сканер планшетного типа с оптическими датчиками. Но здесь ничего особенного. Разрешение 1200 на 2400 точек на дюйм. Возможности подключения тоже одинаковые. USB, обратите внимание, что кабель в комплекте поставки не идет, а также по Wi-Fi и Wi-Fi Direct. Последний, кстати, значительно облегчает вам жизнь. Вовсе не обязательно находиться рядом с устройством, чтобы что-нибудь напечатать. Из печати прямо со смартфона поддерживают только работу с родным приложением Epson iPrint. Самое главное, оба устройства получили бесчиповую прошивку. Будут печатать сколько вам нужно, не требуя обнуления. Работают также с бесконтактной SNPC Ink System. Как видим, главные изменения скрыты в новом дизайне корпуса и комфорте использования модели. В общем, если вы в поиске недорогого, стильного и простого в использовании устройства, но еще не определились с моделью, то XP2100 наверняка оправдает ваши ожидания. Да еще и просто потому, что новое всегда лучше старого. Даже если нового в нем совсем немного. Когда есть возможность выбрать между свежеиспеченным хлебом и вчерашним, вы же всегда выберете посвежее, правда? А на этом у меня все. Используйте расходные материалы Ink System и экономьте на каждом отпечатке. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и узнавайте о новинках печатного мира первыми. Пока!